Йо, поп-пистолет, новый трек 2013. Всем привет, меня зовут Илья, мне 19 лет. Я занимаюсь спортзалом больше 4 лет. Снимаю видео для паблика «Плюшевый бородой». Помню свое ужасное детство. Лазил бухой по дачам, пиздили черешню. Крутились как могли, копали металл. Кто-то любит мороженое, я тупо бухал. Летними днями пропадал на рыбалке. Сигареты без фильтра, желтые пальцы. Что еще нужно было мне для счастья? Бутылка холодного пива и домой добраться. Упал, содрал коленку. Ва-ва-ва-ва, бабочка болит. Я симпатичный пацик, жопа как тазик, но нет рушля, а у руки задний. Пока я скажу, мой вес сейчас 84 килограмма, рост 170-172. Пришел с пар, кушаю, уже, наверное, пятый прием пищи. Кормлю котейку гречкой. Собираю сумку на тренировку уже. Уже 5 часов. 6 часов у меня тренировка начнется. Пью перед тренировкой кофе. Все, я пошел на тренировку. Иду на тренировку. Вот. Я живу в Казахстане. Город Темиртау. Мухосранск. Ну, тренировку 6:30 уже. Хотел бы сказать, что у меня там за тренировка сегодня. Сегодня у меня тренировка груди и задней дельты. Будет жим штанги, жим гантелей, разводка, брусья и какие-нибудь два упражнения на заднюю дельту. Все, я почти пришел в зал. Вот так он выглядит. В нем я и тренируюсь уже больше 4 лет. По-пистолет, браза. Вы ждали мяса, вы ждали мяса. Хавай. Это хардкор, целуй жопой пол. Это хардкор, лучше жопой в пол. Заведись и косам, слабодняй неной. Это мясокомбинат, хуя через боль. Это хардкор, целуй жопой пол. Это хардкор, лучше жопой в пол. Заведись и косам, слабодняй неной. Это мясокомбинат, хуя через боль. Ножное пике, убей ноги в хламину. Заставь трыща вешать блины на любимую. Сорви тишину хуям в своем зале. Будь спокойно. Спят у себя дома в кровати. Им нихуя не понять, как без углей ебашить. Только все мут свой хуй, но не пашут. А я вкинутый, меня трясут нервы. Глаза налитые, в голове цель быть первым. Мясо кипит потный, похуй на внешность. Будь зверем, быть слабым, грешность. Это хардкор, целуй жопой пол. Это хардкор, лучше жопой в пол. Зовитесь и косам, слабодняй неной. Это мясокомбинат, хуя через боль. Это хардкор, целуй жопой пол. Это хардкор, лучше жопой в пол. Зовитесь и косам, слабодняй неной. Это мясокомбинат, хуя через боль. Соблюдай режим, ел, значит строго. Больше мяса на трене, чисто хардкор, бля. Вкидывай мышцу, пока вены не лопнут. Ты упал, тебе плохо, похуй, еще один подход, брат. Хавай жрачку, где бы ты ни... Тренировал грудь и заднюю дельту с трапецией, иду брать из зала и пойду домой. Ну, вообще все, что сегодня было. День прошел хорошо. В конце только я чуть-чуть накосячил на тренировке. Я не записал жимы. Ну, жим штанги, жим гантели я не записывал. Я чуть-чуть забыл, лоханулся. Простите меня. Руки дрожат, не могу камеру нормально держать. Если будут проблемы со звуком, я извиняюсь сразу. Это, наверное, будет последний кусочек видео. Я сейчас все это обрабатываю, пытаюсь что-то сделать. Тут конверт. Еще где-то 2 приема пищи у меня будет. Сейчас 9 часов и спать. Всего получится за день я ел где-то, ну, поем, да, поем 7-8 раз.
Всем спасибо за просмотр. Я вам желаю счастья, успехов, да и прибудет с вами сила.